Уже этой осенью жители Соболевского района получат возможность приобретать мясную и молочную продукцию местного производства. Предприниматель уже купил цеха, но пока не смог согласовать их установку. Подобрать необходимый участок и ускорить процедуру согласования с ветеринарной службой поручил глава региона Владимир Солодов в рамках рабочей поездки в Соболевский район. После того, как помещения, на покупку которых было выделено больше 11 миллионов рублей, будут готовы к использованию, фермер планирует приобрести дойное стадо. При этом он уже заготовил на зиму корм для коров. Первая партия местных творога, кефира, молока и сметаны должна появиться в октябре. После постройки убойного цеха предприниматель готов обеспечить район свининой и говядиной. Также в планах фермера выращивание картофеля. Очень хорошо, что в Соболевском районе большая энергия у самих жителей. Целый ряд инициатив со стороны местных предпринимателей уже реализуются. Это фермер, которого мы посетили, который постепенно начинает выходить сейчас на устойчивое функционирование. В этом году ему выделены средства для строительства убойного цеха и цеха по переработке молочной продукции. Сейчас необходимо решить последние формальные процедуры, связанные с разрешением, и он уже запустится в работу.